Они тоже мечтают стать легендами, как Харламов и Третьяк. Российские слэдж-хоккеисты и номера выбрали соответствующие. Вадим Селюкин, не скромничая, сразу взял 17-й. Капитану-то можно? Трибуны сотрясали возгласы нескольких сотен болельщиков. Это те, кто купил билеты в интернете или приехал по программе «Зритель». Среди ликующих и инвалиды-колясочники. Их доставили на специальном транспорте. На стадионе болельщикам помогали волонтеры, именно те, кому предстоит работать на играх. Когда ты видишь таких людей, то ты понимаешь, что, в принципе, наверное, каждый может переступить через себя, каждый может себя заставить заниматься как просто любительским спортом, так и профессиональным. Конечно, равнодушно на это смотреть невозможно. Мы приближаемся не только к Олимпийским, но и Паралимпийским играм. Очень отрадно, что город Сочи становится такой хорошей базой для паралимпийцев. В сборной Чехии самый маленький состав, всего 12 игроков. К последнему матчу с россиянами у гостей уже просто не было сил. А хозяев после серии из 4 поражений устраивала только победа. В первом отрезке 1-1 отличились сначала Хаббл, потом Волков. Во втором Шихов и Селюкин утроили преимущество россиян. Чехи пытались выровнять положение и даже забили шайбу, но дальше чудеса творили только россияне. За 15 минут до окончания матча забросили еще 4 шайбы в ворота гостей. Итог 7-2. Сняли с себя какое-то напряжение, оковы и, соответственно, пошли голы. Сегодня практически не было таких людей, которые там 4-5 забросили по чуть-чуть каждый. Все вложили вклад свой, сделали и, в принципе, это здорово, что все получилось единым коллективом. Бронзовые медали у россиян, золото турнира 4 наций увезла Канада, серебро у Норвегии. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.